Друзья, всем огромный привет! С вами сегодня, как всегда, Олег Куфи, и мы возвращаемся в Dying Light 2. Вторая серия по прохождению этой замечательной игрушки. Ну что ж, я уверен на все 100%, что впереди нас ждет много опаснейших приключений, в том числе много-много зомби, поэтому, ребята, усаживайтесь поудобнее. Сегодня, как всегда, будет все максимально интересно и круто, поэтому вам желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Ну а мы, соответственно, приступаем. Ну что ж, перед началом, конечно же, хотелось вам сказать огромное спасибо, потому что вы максимально поддержали наше прохождение, собрали практически 30 тысяч лайков на первом ролике и более 1500 написанных комментариев. Ребят, вы большие молодцы, вы, конечно, меня удивили, так что вам реально за это огромное спасибо. Ну что ж, как я уже сказал, впереди нас ждет много чего интересного. Я, значит, пока тут делать будет нечего, я забрался на крышу, ну тут просто виды красиво открываются, понимаете? Ну вот не могу налюбоваться всей этой красотой. Ну вот стоишь тут и вот просто идти даже никуда не хочется. Прям хочется вот смотреть на эту картину постоянно и ничего не делать. Значит, ладно, погнали. Значит, собственно, по сюжету, что у нас вообще происходит. Значит, а нам с вами нужно найти информатора, с которым мы связывались по радиоволнам, по радиопередатчику, и он нам должен доложить какую-то информацию. Также, как вы помните, у нас там была девушка какая-то, имея, которую мы должны найти. Также, друзья, по кооперативному режиму вы поддержали эту идею максимально, поэтому как только, тут просто проблемка заключается, понимаете-то в чем, чтобы дойти до кооперативного режима, чтобы можно было вместе играть с друзьями, соответственно, нужно пройти небольшое вступление по сюжету. Поэтому этим мы, собственно говоря, то сегодня и будем заниматься, а уже надеюсь, что в следующей серии мы дойдем до этого кооперативного режима, я сразу зову Андрюш. Поэтому впереди нас ждет очень много угара и веселья, потому что сами понимаете, что такое кооперативный режим. Так, ну что ж, как я понимаю, нам на вот этот трос нужно запрыгнуть, соответственно, по нему и спускаемся мы вниз. А вот это вот здание мне, честно говоря, как-то не особо нравится. Чувствую, вот я уже отсюда чувствую, то халятина вот это пахнет, понимаете? Вот это вот зомби, вот эти вот по-любому там сидят. Давайте, ладно, просканируем сразу область. Че, реально никого, что ли, не будет? Ага, так, понятно, понятно. А че, реально, что ли, никого нету? Как-то это странно немного. Так, что за книга? Что это такое? Потерянный рай. Книга 4. Искусственный коллекционный предмет. Хорошо, хорошо. Значит, не зря зашли. Ромашечку, ромашечка моя, иди сюда. Ладно, так, нам вообще куда идти? Скажите, пожалуйста. Вот туда, что ли, куда-то? Ну да, судя по метке, нам идти туда. О, вижу, вот сюда можем аккуратненько приземлиться без урона. Хорошо. Вот это я понимаю. Вот, ой, воняет это тут. Ой-ой-ой-ой. Не, все, уходим, уходим, уходим. Чё-то как-то тихо, странно. Где зомби-то вообще все? Я думал, мы уже махаться будем тут со всеми. А что, прям в воду прыгать? Прям вот так, что ли? Ну, мана. Так, так сказать, была не была. Ай, блин, нормально? Нормально. Все хорошо, все отлично. Так, а вот эти вот чемоданчики открывать мы... Эх, жалко. Вот я уверен на 100%, там вот что-то внутри бы да и лежало. Ладно, мы с вами в любом случае уже подплываем к какому-то первому зданию, как я понимаю, в котором у нас, ну, по-любому там уже должны быть зомби. Ну да, вон они стоят, смотри, загорают на солнышке. Ребят, вам может дорог подсказать, а? Заблудили, что ли, а? Прием. Прием. Это Эйден. А что, прям тут, что ли? Громко и четко. Значит, ты уже близко. Ага, приближаемся. Переплывай озеро. Ну мы уже переплыли. Лежи ты давай. Там есть вход. Единственный, который оставила ВГМ, когда закрыла город. Поторопись. Давай, давай, давай. Сейчас, скоро буду. Что скоро буду. Так? Живее. А, судя, информатор наш в беде, потому что он торопит нас. Ну да, он по-любому там зомбака не окружил, и чем-то. Ну я просто, понимаете, я оббегаю здание, что, ну, думаю, может войти в него с какой-то стороны, наверное, можно, не? Так, ребят, давайте расходимся, 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 кому говорю. Здесь не надо стоять. Идите домой, домой идите, домой давайте, по домам все, по домам, сказал еще раз. Куда ты летишь, слышишь? Ты чё встал? Ну лежи давай. Фига! Да куда ж ты встал-то? Я сказал лежать, 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 лежите. Ой, как я вас люблю, зомби, как я вас люблю, а? Так, ваша выносливость, ну, Лен, надо немножко подзарядиться. Ну давай, сюда. Чё за взрыв был? Не послышалось, ладно, послышалось, надеюсь. Да, идите домой, что вы тут все... Господи, в этом делать нечего. Так, обыскиваем. Чё-то нашли, пусто. Эх, жалко. Так, этого давайте тоже... Так, ты меня слышишь? Домой иди. А чё он не нападает даже на меня? Чё не нападаем, а? Засал, что ли, а? Засал, по-любому засал. На, получи, на, получи, на побожки, на побожки. Так, нам надо будет обязательно не забыть скрафтить лекарства, а то хпшечку мы уже немножечко потеряли, сами понимаете, как бы, а без хпшечки дальше мы никуда не пойдем. Ну, куда ты идешь? Ну, куда ты идешь? Ну, куда ты? На, получи. Ой, как приятно их мутузить на самом деле, биты, а? Вот они такие вот бездееспособные просто, понимаете, сделать-то ничего не могут, а? Ну а ты куда идешь? Ты куда собрался? Ну давай с тобой тоже поговорим. Давай, давай. Ну вот, вот, валяйся там дальше. Так, мы не всех залутали. Мы не всех залутали. Пусто. Давайте вот этих проверим по-любому. Что тут? О, 3 монетки. Хорошо. Так, и здесь тоже, соответственно, пусто. У этого мы вроде уже проверяли. Этого мы тоже уже вроде проверяли.
Чё ты, ну чё, и чего, и куда, ну и куда? Обнимашки хочешь, обнимашки хочешь? Ну давай обнимайся, на получи, на получи, на получи. И пошёл отсюда. Так, и ты тоже обниматься хочешь, да? Ну давай пообнимаемся. Ой, как хорошо. Слово мой-то выглядит он намного эпичнее, сами согласитесь, ребят. Так, а где вообще, собственно, эта метка? Куда нам идти-то надо? Где у нас это, собственно, местечко-то, которое здесь пусто? Там никого. А куда идти-то, погоди? Так, это ты кто такой? Иди отсюда, сказал, иди домой, здесь нечего ловить, иди домой. Так, нет, что-то их тут дофига на самом деле, давайте не будем отвлекаться, наверное, от нашей миссии, давайте немножечко попробуем все же уже ускорить, так сказать, этот процесс. С ними драться-то может бесконечно, понимаете, их-то в любом случае меньше-то не становится. Куда-то вот туда нас метка отправляет, поэтому будем идти в том направлении. Так, это что у нас за местечко? Бар какой-то получается, да? Вы тут, ребят, ух ты ж, это что такое? Здравствуйте! Ничего себе нарядно какая! Не-не-не, с вами драться не хочу. И с тобой драться тоже не хочу. Не надо мне вот этого, спасибо. Не надо мне. Слушайте, а там метро какое-то, как я понимаю. Поезда какие-то ходят, да? А, ну так нам метро и надо было-то прийти. Так, это что такое? Мотыльки? У-у-у, ули! Слушайте, странная в любом случае система подбора ули. Но нам в любом случае, мне кажется, пчелу ну, должны хотя бы покусать как-то немножечко. Наверное, да? Так, нам надо подняться наверх. А как нам бы это сделать? Как бы нам это... А мы можем вот здесь забраться? Мы можем? Давай, допрыгни. Ой, молодец. А, ой, блин. Тихо, 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 тихо. Фиг, а погоди. А если мы еще раз так сделаем? Мы реально шатаемся, смотри. Ну, не падаем. Ну, не падаем. Это радует, конечно. Блин, ну, это прикольно придумали на самом-то деле. Так, а нам куда идти? Нам куда... Ага, все, я вижу. Понятно. Сюда забираемся, значит. Запаркурим немножечко вот так вот, да. Прыгните на канат. Удерживай пробел, чтобы схватиться за него. Ну, давай, хорошо. Опа-на! Ебой! Только не говорите, что нам прям туда идти. Ну, там же по-любому много зомби. Ну, вы что? Ладно, хорошо. Так уж и быть. Так уж и быть. Уговорили. Уговорили. Ой, чувствую, мы оттуда не выберемся живыми. Ой, что-то мне вот, понимаете, моя задница намекает на то, что вот в такие вот места лучше не заходить. Ну, что поделать. Раз нас направляют сюда, то и идем сюда. Так, а чё, а где информатор? Я вхожу в туннеле. Эй, слышишь меня? Скоро встретимся. Уже иду. Давай-давай, мы тебя долго ждать-то не собираемся, сам понимаешь. В таких местах лучше долго не находиться. Так, а вот эти ящики открывать мы, соответственно, никак не можем. Ага, значит, там никого. Ну так, чисто через щельку подглядели, но на всякий случай, чтобы заранее знать, заходить туда или не надо. Так, ну давай быстрее. А что у нас руки такие красные, как будто покусали уже нас кто-то, а? Или это из-за пчел вот этих вот все-таки? Ага, так, дальше мы, как я понимаю, пройти не можем, значит, соответственно... Ну ой, сколько кровищ-то здесь, ё-моё. Жесть просто, что тут происходило? Есть кто-нибудь? Че, Дима Масленников, что ли? Здесь есть кто-нибудь? Я Кирка? Так, ладно, погнали тогда, получается, дальше. Черт, мне это не нравится. Ну да, что-то на самом деле, ну, конечно, кому бы это понравилось, скажи, пожалуйста, вот тут тараканы, блин, ползают. Во! Гадость какая, реально-то, а? Так, а фонарика у нас никакого нету, да? А то что-то теряет, как это, тьма-тьмущая просто, реально. Ё-моё! Кошмар какой, ты посмотри! О, боже. Сколько кровища, сколько трупов валяется-то, кошмар какой-то, а! Ой, сейчас что-то будет, сейчас кремак по-любому вылезет какой-то. Ну давай, открывай. Давай, посильнее разочек, ударь, с ноги давай убей. Ой, нет, туда лучше не идти. Нет, это кто такой? Это кто такой, ты чего? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Хорош, молодец, молодец, молодец. Вот так ему. Это что за кровосос такой? Ой, ультрафиолет. 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 Спасибо. Спасибо тебе, добрый ты человек. Спасибо тебе большое. Так, это ты наш информатор или кто-то такой? Ой, не, вот с этими вот на самом деле кровососами лучше даже не встречаться, реально. Они слишком сильные. Слишком сильные. Ай, ты молодец, а ты шаришь. Красава, красава. Так, как звать-то тебя? Тварь меня укусила. Прыгун. В коллекторах полно этих тварей. Скорее выходи на свет. Нас укусили? Где Мия? Потом. Нам нужно уходить. Да. Что происходит? Терпи. Это пройдет. Так а что это? Мы в зомби превратимся сейчас? Нас же укусили. Так и все, конец игры получается сейчас. Вот где. Мы тебя искали. Кто? А что с этим? Кажись, подох. У него ничего нет. Пошли. Мужики, я живой, мужики, вы чего? Или это плохие ребята? Ну, судя по всему, плохие ребята, мне кажется.
Так, а где чел, который нас вообще спас? Нет у меня ключа, клянусь. Сейчас мы спасем, брат, погоди секунду. Сейчас фонариком там всем это разрулим, так сказать. Ну, фонарик хотя бы возьми, спасибо. Молодец, молодец. Хоть что-то научился делать во время выживания в апокалипсисе. Вот это правильно. Надо лутать абсолютно все, каждую детальку, понимаешь? Каждый ресурс просто на вес золота. Так, а найдите связанного спайка. Связанного спайка. Нажмите Т, чтобы включить фонарик. Опа, вот это хорошо, вот это я понимаю. Так, у нас там информатора повязали. Надо информаторы вытаскивать, здесь что-то есть. А ну-ка, давайте посмотрим. Ай, блин, пустота. Так а что так это пусто, я не понимаю. Да не кричи ты, нет, зомби, да не привлекай. Не, ну погоди, нажмите, чтобы быструю атаку, провести быструю атаку. Так, что мы должны... Ой, хорошо. Значит, все, здесь мы сможем пробраться. Отлично. Значит, нас вообще-то зомби укусил. Как это, типа, все? Это без внимания осталось или что? Так, ну здесь все легко, все, в принципе, вот так вот простенько допрыгнул. Ой, блин! Чуть не упали вниз. Чуть прям вниз не провалились. Но мы в любом случае забрались, мне кажется, да. Так, это что такое? Подбираем, конечно же, мол, сантехника. Ну, нормальная тема, нормальная тема. Так, меня единственное напрягает то, что нас зомби укусил-то. И что нам делать-то с этим? Ага, понимаю, классно, здорово долетели. Вот это паркур, вот это паркур, вот это я понимаю. Так, пробуем еще раз. Пробуем, опа, полетели, полетели, хорошо. Ай, молодец, умничка, умничка, молодец. Так, вот, эффект какой-то снова нас. Нет, стой, погоди. Нам антидот, скорее всего, какой-то надо найти-то. Ну, судя по всему-то, а. Опа, старая инструкция, уникальные ценные вещи. Подбираем, лезвие подбираем. Что еще? Опа, сигары подбираем. Еще сигаретки подбираем. Так, ну все, каску, может, наденем, а на голову-то? Ну, пригодится-то по-любому. Ладно, идем дальше. Идем по следам, как я понимаю. Так, нам сюда. За каким боссом-то, я не понимаю? А следите за боков, кстати, вентиляции. Не должно же быть. Так, а подглядеть как-то можно, не? Так, в общем, наш этот информатор попал в передрягу. Нас посчитали просто, что мы уже умерли, так сказать, судя по тому, что нас укусили. Но мы-то еще живы, мы-то еще... Что такое? Ну, зачем вы бьете-то его? Что он сделал-то вам? Ну, может, не надо, ребят, ну... Что, ну, дипломатия, давайте, дипломатия. Ну, ладно, сейчас мы разберемся со всем, сейчас разрулим ситуацию. Не-не-не-не-не-не, не в этой жизни, братан. Ключ, да, какой ключ-то? Не знаю, о чем ты говоришь. Пусти его. Ты хочешь, чтобы мы его отпустили? Ура! Ну да, я же по что я сказал по-русски? Что ты сделал? Давай! Ой, как-то это надо было уворачиваться, слышишь? Ой, дядь, ты зря. Так, идеальный блок. Нажмите и удерживайте правую кнопку мыши, чтобы блокировать атаку врага. Заблокируйте удар в последний момент, чтобы... Ну, конечно, ну, все, я все понял. Все понятно. Ну, давай, хорошо. Ща мы по-быренькому разберемся с этим ложком. Давай, давай. Опа-на! И по башке получи. Че, пропустил разочек, да? На, еще раз получи. Ай, хорошо. Давай еще, мне нравится. На, ай, промахнулся. И вот это, ладно, хорошо. Это слишком быстро было. Давай, еще, давай. Ай! Блин, не получилось идеальный блок сделать, я понял. Давай, надо немножко проэкспериментировать. Ай, хорошо. А теперь добиваем. Добиваем. Да. Убейте головорезов в маске. А что, он не один, что ли? Тихо! Тихо, успокойся! Опа, шо масочку потерял свою, да? Шо масочку потерял, уже без маски не такой веселый, да? Вот и все, так быстренько давайте обыщем алкоголь. Ну ё-моё. Ребят, ну может передумать, а? Может, ну передумайте реально-то, а? Тихо, на, ай, тихо, спокойно, тихо. Кто ты там трусом назвал, а? Кого ты там трусом назвал, кого ты трусом назвал? Я тебе сейчас покажу труса, блин, а, на, хорошо. Давай, а ты у меня сейчас поп... Да, куда? Каток толпой можете гасить. Давай, давай, подходи, давай, подходи, ну. Ай, хорошо, хорошо. Че ты, все что ли, а? Или что ты еще говоришь? Ой, это больно было, между прочим. Ну все, бой уровень повышен, отлично, плюс одну очку навыков. Так, давайте как раз таки сразу прокачаем, чтобы далеко от касса-то не отходить сразу-то, да? Значит, давайте смотреть, значит, что у нас тут интересное. Удар в прыжке позволяет вам нанести удар, когда вы перепрыгиваете через препятствие или через ошеломленного врага. Угу. Подбегите к оглушенному противнику и нажмите пробел, чтобы перескочить через него. Удерживайте левую кнопку мыши, перепрыгивая, чтобы нанести удар. Понятно, ну, тема-то хорошая, интересно, будем ли мы ее применять вообще в дальнейшем. Или будем по классике жанра просто бить дубинкой.
Так, информатор. Погоди, информатор, немножечко поваляйся. Пока что тут еще нам подлутаться. Надо немножечко, сам понимаешь. Да, ну все, больше ничего нет, поэтому давайте пообщаемся, так сказать. А вот это можно лутать? Нет. Так, ладно, давай, ну пообщаемся, давай. Что это был? Нет времени. У меня в кармане. Я оставил тебе кое-что. Что это? Ключ доступа в АГМ. Миротворцы, они нашли его. Его нельзя потерять. Ты должен был сказать, что с моей сестрой. Все-таки это наша сестра. Иди в Рыбий глаз. Спроси там девушку по имени Луан. Отдай это ей. С этим и с ее помощью ты узнаешь. Ты все узнаешь. Понял? Угу. Да, понятно. Береги его. Если Вальцем завладеет, весь город, все умрут. Вальц? Вальц здесь? Да. Они идут. Слышишь, ренегаты, беги! Пойдем вместе. Возьми это. Пойдем. Ух ты ж, ничего себе! Ха-ха, ребятки, я только отдохнул. Давайте, я готов. Исправим. Прикончить его! Да кого там, слышишь-то, а? Так, что это у нас? Боевой паркур. Используйте перескакивание, чтобы повысить мобильность во время боя. Подбегите к препятствию или сломленному врагу, зажмите пробел, чтобы перескочить через него. Ага, нажмите... Ага, все, я понял. Все понятно. Боевой паркур. Ну что, давай, подходите, пацаны. По одному только, слышишь, давай, по одному. Опа! Видал, как умею. Так, погоди, еще разочек. Стой, погоди. Что такое начинается, я не понял. А? Так, нет, стой. Смотри. Опа! Да что? Что такое, я не понимаю? Нажмите левую кнопку мыши во время перескакивания. Ну, так я ж. Ну вот, я ж. Ну, вот так вот. Вот так. Да что не получается, я не понимаю. А ну-ка, погоди. Ну давай, ладно, попробуем отразить атаку. Вот так вот. О! Ема! Так, мы что-то сделали, но промахнулись. Хорошо, давай еще раз. Так. Ой, ема, это так, вот туда летим, вот туда. Ой, хорошо-то как, а? Не, ну красотень, слушайте, вот я теперь научился делать такие приемчики крутяк. Смотри, вот так вот, и вот так вот. Блин, об стенку ударились, ладно, хорошо. Все, задача обновлена, давайте убьем их уже наконец-то, закончим с ними этот диалог, соответственно, да, а то что-то как-то мы с ними задержались. Давай, опа. Блин, промахнулся немножечко. Давай еще разочек. Я еще хочу попробовать. Мне очень понравилось. Нет, неправильно отразили атаку. Еще. Давай, подходи. Ну, достал, что ли? Давай. Ать. И че? Давай, ладно, так ударим просто по башке. Давайте, ребята, ну побыстрее. Опа. Ема, это жестко было, а? Че, вы тоже хотите получить? Давай. Ема, жестко. Так, ну ладно, с тобой нормально разберемся. Найс, ай, сюда. Хорошо. Ну что, да? Кровотечение у тебя, что ли? А как тебе такое? Нравится, а? Нравится. Ну давай, подходи. Давай. Ай, хорошо. Ну наконец-таки, наконец-то. Так, ну вроде, да еще ты что ли? Так, ну давайте быстренько обыщем, он там все равно полчаса к нам идти будет, а мы пока быстренько посмотрим, что у них интересно. Ага, так, ребята, а вас уже больше, а вас уже... Ну давай, давай. Ай, хорошо. И вот так вот на пол зубал. Вот так вот быстренько добили. Голову отрезали, прикинь. И вот так вот. Но! Блин, приемы офигительные. Приемы реально классные. Слушайте, это лишь только первый прием, который мы изучили, понимаете, да? Что будет дальше-то, а? Что будет дальше? Ну давай. Ой, блин, не отразил атаку. Ну с тобой тогда по-другому разберемся. Да давай, ну. Я знаю, я кунг-фу знаю. Вот так вот. Ну что ты, а? Давай. Да, конечно, ну учить-то кого-то собралось тут, а? Блин, промахнулись. Смотри, как умею. Смотри, оп, я уже тут. А теперь тут. Смотри, видал, как быстро перемещаюсь. Опа! Ема! Это вальс, беги. В смысле бежать? Куда бежать? Не-не-не-не-не-не, погоди, сбегите с помощью связного. Брат, вставай, мы без тебя не пойдем никуда. Мы тебя не бросим, погнали отсюда, уходим. Мы своих не бросаем, пошли. Это Вальц, нужно бежать. Но он мне и нужен. Идиот, он убьет тебя, если найдет. Дело! Блять, идем к вентиляции.
быстрее! Сюда! Ты первый! Не-не-не, брат, давай с нами! Мы тебя не бросим! Не закрывай только! Ну нет! Что ты делаешь? Вальс не должен получить ключ. Пошли со мной! Что ты делаешь? Ты? Рыбий глаз! Луан! Иди! Вот он, предатель! Привет, Дилан. Привет. Это Вальс? Что-то он, по-моему, изменился. Ну, ё-моё, ну, мужик, мы могли убежать вместе. А, не, вот это Вальс подошел, смотри. Почему ты предал меня? Это не твой ключ, ты не можешь. Где он? Ну, его убьют. Здесь. Зря, зря такой. О! Это конец. Прости. Становится туманно. Нет. Ты просто умираешь. Еще до падения мой дед разводил лошадей. Красивых, редких пород. Я их очень любил. Однажды его самый любимый жеребец поскользнулся и сломал ногу. Я думал, дедушка ему поможет. Но дед просто вытащил пистолет и вложил мне в руку. Он мне сказал, это для его же блага. И нажал моим пальцем на курок. Я плакал. Я желал смерти своему деду. Но прошли годы, и я понял. Нужно делать то, что должно. Неужели он нас так не видит вообще, а? Оставил мне выбора, друг мой. Ну нет. А, как... Ой, а вот это уже вирус начинает атаковать нас. Даже все-таки зомби-то укусил. Ага, вот и нас спалили. Вот и нас спалили. Надо сваливать, надо срочно сваливать. Беги, Эйден, беги! Ой, что сейчас будет, ребята? Что сейчас будет? Все, быстро, быстро, быстро сваливаем отсюда, иначе нас так же сделают с нами-то все такое-то, а? Быстрее, 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 быстрее. Отрубите башку и соберите ключ. Ни в коем случае. Не на... Ой, блин! Нет, все будет нормально, все будет нормально, все будет хорошо. Так, надеюсь, тут не будет зомби. Задача обновлена. Так, нам надо идти в город. Нам надо идти в город. Соответственно, плывем в том направлении. Ага, так, нырять, чтобы С нажать. Все, отлично. Так, нам надо с вами попасть в город под названием Велидор. Значит, направляемся именно в этом направлении. И ни в коем случае наша главная задача не дать попасться себе Эйтону. Ой, не Эйтону, господи, а Вальцу. Ну, а чтобы не отдать этот ключ, непонятно, что он там вообще содержит. Так, а мы вообще там нормально у нас по кислороду? Меня единственное, что напрягает, что нас вообще-то как бы укусил зомби. И мы вообще должны, как бы, мне кажется, превращаться, да, в него. У кого-то нету никакого превращения-то, по идее. То есть, то ли этот вирус не влияет каким-то образом на нас, то ли мы его просто переносим по-другому. Блин, больно. Ну вот что-то все-таки этот укус дает о себе знать. Так что, видимо, не все так хорошо, как хотелось бы. А где мы вообще находимся? Что это за место такое-то вообще? Лабиринты, что-то непонятное вообще. Ой, нас впереди, конечно, ждет очень тяжелый путь. Очень тяжелый путь нас ждет впереди. Конечно же, это я вам хочу сказать. Мы укушены, без выносливости особой, понимаете, без сил уже. Просто бежим с вами в голову город. Ай, а вот это очень плохо. Что происходит? Неужели мы сейчас реально в зомби превратимся? И на этом просто реально заканчивается игра и все. Ой, было бы реально смешно. Ладно, пойдем дальше. Путь пилигрима. Все, что ли, дошли до города так быстро? Это что, мы реально, получается, в городе уже так были? Ну, смотрите, о, открытый мир. Найденные во время исследования ценности можно продать любому торговцу. Но я надеюсь, что к открытому миру мы уже совсем скоро перейдем, потому что пока что в любом случае мы проходим какие-то сюжетные миссии, которые ведут к нам уже к полноценной свободе, скажем так. Вот, поэтому мы так или иначе ждем этого момента, когда наконец-то нас выпустят, и мы станем уже вольной птицей. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, а что 10 FPS? А с FPS-то что, куда FPS-то делся? Что такое-то, а? А FPS где? А чё за фигня? Я перезапустил игру и надеюсь, что сейчас лагов таких не будет. Вот, плавная картиночка. Отлично, замечательно. Вообще непонятно откуда, почему такого вообще быть не должно было. Судя по всему, мир просто не прогрузился и такое. Так, а чё, а куда мы вообще идем? Судя по всему, инфекция, она сейчас реально это доконает. Нам срочно нужна какая-то медицинская помощь, 100%.
А мы вообще куда идем-то, а? Ты с ума сошёл? Ты в город идешь? Нас же сейчас оттуда... Ты что делаешь? Здорово, мужики! Кто такой? А ничего страшного, меня всего лишь на зомби укусил. Что? Блядь. Он превращается! Не-не-не, ребят, это нормально все, ребят, вы чего? Ребят, ну вы чего? А вы чё, с ума сошли? Не-не-не, ребят, ну реально все хорошо, в порядке. Реально, всего лишь зомби укусил. Не-не, ребят, ну куда вы? Ну что вы делаете? Ну что? Мирно-то, ну что, как дипломатия, ну где она? Кошмар вообще, и чё, мы сейчас реально нас по это еще? Чё, ещё конец игры получается, третий раз уже? О, нас спасли! Спасибо, мужик! Хакон, он превращается! С чего вы взяли? Может, он просто чихает? Он чужак! Его нужно убить! Не-не, ребят, меня зомби ясно? Укусил, все нормально! Я же велел тебе никуда не ходить без меня. Ты что, забыл? Ты кто такой? Они тебя прикончат. Тише, не сейчас. Слушайте, хорошие у нас друзья, судя по всему. Но мы не знакомы с этим человеком, то есть он нам так намекал, чтобы мы подыграли просто ему. Это еще что такое? Скорее давай! Тащи их сюда! Твою же мать! Ну ты и сволочь, скотина! Больно, очень больно, это неприятно. Получить сбитый по лицу, это, конечно, очень больно, я считаю. Но, о, достижение, первая доза. Отлично. Хорошее достижение, однако. Я думаю, что нас спасли. Нам ввели какой-то противовирус, скорее всего, да? То есть, который остановил заражение. Хакон, убей его, Хакон, убей его, пока я его не убила. О-о-о, расслабься, дыши. Похоже, не превратился. Похоже? Хакон, я не хочу, чтобы это было здесь. Ты снова с нами. Моргни, если слышишь. Голова. Ты чуть не превратился, но ультрафиолет и ингибиторы помогли. Ну, и бита тоже. Ты жив. Таким и оставайся. Этот парень чуть нас всех не убил, а ты с ним болтаешь? Девочки, спокойно. Реально, нас суету нагнетает какую-то. Ты чуть не разнес их мастерскую. Нам пора. Можешь идти? Но я не понимаю, куда мы идем? В безопасное место. Мне нужно в рыбий глаз. В рыбий глаз? Без биомаркера туда не попасть. Что это за фигня? Биомаркер следит за развитием болезни в темноте. Это твой билет в город. Без него выйти на свет – это вроде лотереи. Ты не знаешь, когда превратишься. Тебе нужен биомаркер, а я знаю, где его найти. Пойдем. Он опять превращается. Да нормально, все отходняк просто. Все под контролем. Все будет в порядке. Ты еще слаб. Подожди. Пей. Правда? А что дальше? Может, ванной будешь купать? Я бы не отказался. Звучит неплохо, дамы, но в другой раз. Пошел ты, Хакон. Обожает меня. Почему ты помогаешь? Познакомимся получше и узнаем. Сначала ты. Откуда это у тебя? Не твое дело. А ты осторожный. Молодец, дольше проживешь. Ты настоящий пилигрим? Или украл этот значок? Я был пилигримом. Час до заката. Я не шучу, Хакон. Он не останется здесь на ночь. Вот, твое оружие и рация. Даже пилигриму это нужно. Давай, пойдем. Слушайте, ну, мне кажется, этому человеку доверять однозначно можно, да? То есть он все же нам помог, он нас спас, поэтому за это нам нужно ему сказать реально спасибо. Так, дама, ну вы не обессудьте, что так получилось, но я реально извиняюсь. А давайте потолкуем, поговорим.
Не будь как дома. Ага, спасибо. Вот это гостеприимство. Нам не нужен еще один жилец. Особенно такой, который может ограбить нас во сне. А все нормально, что вы начинаете-то, а? Угу. У вас здесь отличная мастерская. Собираете у Фэшки, верно? Ага. Тебе здесь не место. Хакон подставляет наши задницы. Ой, какая-то противная на самом-то деле-то, а? Хакон совсем уже. Так, а ты что, с тобой то же самое? Я тебя напугал, да? Стало полегче, как я тебя ударила. Мы Крики. Я Яна. Очень привет, познакомиться. Что это за место? Наш дом. Наша мастерская. Можно сказать, весь наш мир. Ты приветливее, чем она. По факту. Полегче. Сара не доверяет никому, кроме меня. А еще я дерусь лучше нее. Поэтому могу позволить себе быть более открытой. Так, я что-то забыл, правда, как их зовут. Вот, ну, это, собственно, это нормальная практика, так сказать. Запоминать чужие имена всегда тяжело. Ладно, значит, Хакон у нас пошел куда-то туда. Значит, пойдем за ним. Значит, опять же, думаю, что Хакону доверять можно, потому что... Неплохо. Где красота какая! Закусочная там, в центре. За свалкой химотходов. А... Мне нужно туда. Жаль, единственная дорога туда через туннель. Они охраняют ее как портал в ебучую Вальгалу. Пройти невозможно. Понимаю. Не, ну мы же попытаемся, правильно? Ты можешь помочь мне попасть сюда, как мне попасть в туннель. Вот, давай спросим про помощь. Ты можешь мне помочь? Похоже, ты хорошо знаешь город. Я жил в этом городе еще до всего этого пиздеца. Я могу помочь. Но тебе нужен биомаркер. Без него тебе крышка. Откуда ты? Похоже, издалека. 2000 километров отсюда. Ничего себе! Как тебе удалось не заразиться? Легко. Ну мы же пилигримы. Здесь все по-другому. Тут все зараженные. Слышал о Харане. Велидор тоже изолировали. Они построили стены, заперли нас внутри. Оказалось, это нас и спасло. А как ты достанешь биомаркер? Просто так их не достать. Если не знать нужных людей. А я их знаю. Пойдем. Ну все, отлично. Кстати, я Хакон. Да-да-да, приятно познакомиться. Мы уже слышали, как тебя зовут. Приятно познакомиться, Эйден. Добро пожаловать... в рай. Не, ну местечко действительно выглядит райски. Согласитесь. Зелень вокруг, здание, все такое. Слушайте, прекрасно, я хочу вам сказать, реально здорово. Ладно, побежали тогда за Хаконом, нам нужен биомаркер. То есть я понимаю, это такой браслет, который надевается на руку, который показывает твой уровень заражения. Как-то так это, наверное, работает, скорее всего. Опа! В матрасике. Хорошо. Ты тоже, что ли, А, в армии был, понимаю. Опа-на! 7 лет. Хорошо. Мне даже нравилось. Потом перестала. За неподчинение меня занесли в черный список и закрыли мой счет. А печалька какая. Я стал таксистом. Ой, как низкий упал. Классика. Пошел ты. Зато я хорошо знаю... Ну, это да. Ой, так у нас... Ой, тихо-тихо. Блин. Ну, как так можно было навернуться-то? Ну, как так можно... Выносливый закончилось. Не углядел за этим. Без ингибитора тебе конец. Разве в прошлый раз я не разнес все, что попалось мне на глаза? Да что такое? Как за... Ты что собрался? В первый раз. Но потом уже лучше, если, конечно, выживешь. Что за фигня? Я не понимаю, что забраться-то не можем-то, а? Лови! Понятно, у нас из-за того, что мы до сих пор не отошли от инфекции, мы слабеем. Так, а чего нам куда? Мы здесь, наверху. Ну, давай поговорим, потолкуем. Итак, почему ты мне помогаешь? Я знаю, что обычные люди боятся вас. Но один пилигрим спас мне жизнь. Я был пилигримом. Теперь я заражен. Путешествовать будет сложнее. Тогда добро пожаловать в новую жизнь, друг. Осмотри это место. Почти сундуки с сокровищами. Там бывают хорошие вещи. Проверь, я подожду. Ну давай, хорошо. Халяву, халяву мы любим. Рощи на крышах. Путешествуя по Велидору, ищите рощи на крышах, их легко узнать по высоким желтым деревьям. Они главный источник меда, ромашек и других ресурсов, необходимых для изготовления лекарств и других расходных материалов. Иногда есть вероятность, что вы можете найти там и забытое оружие. Отлично, замечательно, да? Ну что, давайте лутаться. Ромашечка. А, это лаванда. Лаванду забираем. Это что такое? Это что, смолу подобрали? Отлично. Ой, слушайте, ну лутаться-то я люблю. Лутаться-то интересно. Многое прячут.
Ага, вот вижу мотылолом. Так, ничего себе, сколько меда оттуда? Один мед всего лишь, реально? Я думаю, побольше меда соберем. Так, что еще можно подобрать? Вижу, сейчас. Ну, ящик с инструментами. Что это такое? Тряпочки подбираем. Ромашечку возьмем. Так, а здесь что-то есть? А ну-ка. Ой-ой-ой, что это такое? Что это? Кристаллы. Наверное, кто-то их здесь спрятал. А что они делают? Они образовались после того, как нас залили химикатами. Говорят, они замедляют заражение. Кто-то верит. Так ты их не собираешь? Конечно, собираю. Суеверные люди платят за них хорошие деньги. А я всегда рад заработать. Бизнес? Меня интересует один особый ящик. Пойдем, покажу тебе. Ха, ну давай, давай, сейчас, погоди, только до конца доутаюсь, потому что мы что-то, по-моему, тут еще не подобрали. Да, вот этот ящик, металлолом тоже подберем, почему бы и нет. Слушайте, ну, ребят, открывается уже перед нами кусочек мира этого прекрасного города, и это, конечно же, очень приятная новость. Будем паркурить, летать там туда-сюда. А что, зомби, что ли? Реально зомби, посмотри. А как это так? Мы же в городе. Я думал, что... Реально, что ли, так это и работает? Я просто почему-то был уверен на 100%, что если мы находимся в городе, то зомбаков здесь быть не должно. А оказывается, они тут есть. Так что, да, нелегко нам придется в будущем. Ой, как нелегко. Так, ладно, тихо, не перепрыгивай. Вот теперь сюда, отлично. Слушайте, ну он реально хорошо двигается, я хочу сказать. Он очень хорошо чувствует себя. Прямо нормально так. Лучше нас паркурит, я бы даже сказал. Давай, иду. Что такое? А что, может, женщину спасем, не? А, там отряд людей, вижу, это не зомби. Армия есть. Это миротворцы. Они с людьми так же. Че, их опасаться надо? Чувак, ты... с ними. Они охраняют туннель, который тебе нужен. Так, хорошо, расскажи мне о них, я буду с ними осторожен. Ну, давайте, Путин расскажет о них. Они считают себя защитниками порядка. Но они неплохо убивают зараженных, нужно это признать. Весьма эффективные убийцы. Ага, но их порядок имеет свою цену. Не забывай, или ты играешь по их правилам, или тебе конец. Ну понятно. Их защита базара больше тянет на оккупацию. Хорошо, я буду с ними осторожен тогда, получается. Я буду очень осторожен. Хорошо. Хотя это как повезет. Миротворцы — это проблема. Они уже достали жителей базара. А базар — это бочка с порохом, которому хватит и искры. Угу, понятно. Понятно, что нифига не понятно. Так, что делаем дальше? Так мы идем? Ты хотел мне что-то показать. Да, за мной. Ну, забылся. Бывает. Кем не бывает. Так, а что, мы пройдем так спокойно через этот райончик? Может, по крышам, а? Там все же, как-никак, зомби снизу. А я только после, это, инфекции, так сказать, не? Ладно, была не была. Че, куда? Ну, что стою? Давай, пошли. Я прямо за тобой, давай. Прямо за жопкой подглядываю. Ну, давай быстрее, прямо за тобой идем. Давай. Ой, выносливость на нуле, быстрее. Ой, как сейчас повезло. Сейчас бы навернулись, как вниз, так и все. Шлепнулись, так и шлепнулись. Нифига себе, ты смотри, как, а? Как прыгает, ты посмотри на его движение. Он хорош, он реально хорош. Ну, мы можем так же, мы можем лучше, я думаю, да? Только быстрей. Пипец, у нас энергия быстро расходуется. А что такое-то вообще? Это все из-за инфекции вот этой, которой мы заразились? Из-за того, что мы еще не отошли? Так, давайте включим фонарик. Вот-вот проснуться. Быстрее, открывай ящик. Че, вот этот, что ли, ящик открывать? Давай. Задача обновлена. Мы получим биомаркер. Блять. Воры. Постой. Нет, оставь. Сломаешь замок и только все испортишь. Опа! Опа-на! Тут хватит на биомаркер. Откуда у тебя это? Я тут почти везде побывал, но давным-давно не видел работающего оборудования ВГМ. Так, а то что нового ВГМ тебе лучше не знать? А вот это лучше на самом деле здесь надо подумать. Если мы расскажем от ученого ВГМ, он будет интересоваться этой историей, да? О, давайте, наверное, будем исходить из того, чем меньше знаешь, тем лучше спишь, поэтому... Я кое-кого ищу, кое-кого важного. Эта штука поможет мне найти его. Но где ты его взял? Лучше тебе не знать. Поверь мне. Как скажешь. Братан, сорян, ну, мы только познакомились. Нет. Блять. Нет. Опоздали. План Б. Бежим.
Ай, блин! Как не вовремя-то эта инфекция-то, снова-то, что ж такое? Не, держи, спасибо, спасибо. Уже второй раз спасает нам жизнь, спасибо. Ты здесь? Да, все в порядке, все хорошо, все нормально. Нам нужен ультрафиолет. На базар. У нас получится. Со мной, быстро. Давай, ходу. Так, значит, ультрафиолетовый свет. Это символ безопасности ночью. Это единственная гарантированная защита от зараженных. Поэтому ищите его, если вас преследуют. Чтобы использовать чутье выжившего и отыскать ближайший источник ультрафиолета ночью, удерживайте Q и отметьте объект значком. Понятно. Все, бежим. Сломя голову, бежим. А то нам сейчас это, покусает. Да я понимаю, все хорошо. Блин, 129. Че, прям за нами бегут? А чё, я никого не вижу, чтобы нас кто-то преследовал. А чё торопиться-то, я не понимаю. Да за нами-то погони даже нету. Куда бежать-то? Всё ж... Да никого нету сзади-то. Всё нормально как-то. Ну ладно, хорошо, раз бежать, так бежать. Да бегу я, бегу. Не жди меня, я догоню. Да, слышу. Такое себе, конечно же, приключение на ночь. Мы, конечно, придумали с тобой занятие-то, а? Давай, немножечко осталось. Давай, мы прям рядом уже, давай. Так, зомби, даже не смотри. Не смотри на меня. Так, а подкаты мы можем делать? Открывай, эй! Откройте, пожалуйста. Хакон, давай, открывай! Там как бы... Хакон, крикун близко. Биомаркеры. Нет времени, за нами гонится крикун. Биомаркеры. Ты оглох, за нами... Я сказал биомаркеры. Вот. А его? Он со мной. Пусть покажет биомаркер. Сначала хотя бы впусти Пусть нас. Пусть покажет свой биомаркер. Как насчет электроники? Опа! Вот так бы сразу. А чё? Да открой по-любому. Открывай. 100% открою. Нет. Да ладно. Нет! А вот это уже страшно! А вот это уже реально страшно! Бежим быстрее! Не стоим на месте! Погнали! Погоня началась! Кошмар какой! Боже, что? Ай, блин! Погоня первого уровня! Быстрее нас почти догнали! Да я бегу! Я прямо за тобой! Блин, кошмар-то какой-то, а? А вот теперь это уже опасное реально занятие. Быстрее. О, они прям реально сзади, смотри, бегут. Кошмар какой, кошмар. Бегу. Давай, резче, сзади, задвигай, давай. Ну-ка, прям сзади. Реально, ты посмотри, прям не отстают вообще никак. Так, я здесь, я на месте, я на точке. Что, куда дальше? Быстрее. Они же сейчас настигнут нас. Быстрее открывай, пожалуйста. Да открой дверь уже, наконец-таки, кто-нибудь, а? Так, давайте на всякий случай захиляем себя. Ну, чисто на всякий случай. Да что так? Что, поговорить с ним надо? Это я, открывай. Тут нет друзей, Киллиан, да? Киллиан, отвлеки их. Да ты что, прикалываешься, что ли? Так, а ты... Киллиан, что зомби делает? Киллиан, блядь, открывай. Так, а зомби прямо здесь стоит, Киллиан! Алло. Чтоб ты утром столкнулся, а мой труп и сдох. Засранец! Тихо, поэконом силы. Нам они пригодятся. Задержи их! Да конечно, сейчас задержу. Конечно, мне делать больше нечего. Ну давай. Ай, хорошо. Ай, отлично, как, а? Чё, кто еще, а? Давай, я готов сражаться так хотя всю ночь. Да иди ты отсюда. Вот и там вот. Оп, давайте поищем что-нибудь интересненького. Тут поищем что-нибудь. Ой, слушай, их реально что-то дофига. Не-н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 е
вы что, прикалываетесь, что ли, а? Мы справились. Ну давай, давай, быстрее. Ну что там, чего проснуться не можешь, что ли? Да иди ты отсюда, тебя не звали никуда. О, Думаю, да. Помоги мне. То есть это как вал... Чё, помочь, что ли? Чё, помочь-то как? В дверь стучать? Нет. Ай, молодец. Хорош. Да ладно, мы справимся. Ой, нет, не справимся. Нет. Помогите. Ну, наконец-то. Наконец-то ультрафиолет включили. Наконец. Спасибо большое. Я уж думал, не дождемся. О, черт, Киллиан.
Ты бы еще подождал. Реально, вообще офигел. Сделал, но не хотелось утром отскребать твои кишки с порога. Они ушли, и ты иди. Ладно, хватит быть таким засранцем. Ты посмотри. Опа, заинтересует по-любому. 100% заинтересует. Я как понимаю, это очень ценный ресурс. Здорово, мужик. Или пусти нас, или это будет еще большей редкостью. Ну, мужик, давай, хватит думать. А это кто? Так, это он пилигрим. А сначала впусти нас внутрь. Вот, давайте. Если так. Пустишь нас, узнаешь. Дыхание поверхностное, зрачки расширены, потеет. Ты пришел сюда, почти обратившись? Это видно ну даже так, без биомаркера. Чуть-чуть. Если ты такой умный, почему бы не помочь мне, а? К тому же у меня нет биомаркера. Вот зря мы сказали. Да ладно тебе, мужик. Ты здесь недавно, верно? Как ты проник в город? Я тебе все расскажу, только впусти нас. Однажды я ждал пилигрима. Он должен был... Ладно, забудь, это не важно. Что ты задумал, Хакон, а? Я дал ему ингибитор, он выжил. Спятил? Ему нужен биомаркер. У меня нет. Врешь. Правда. Сукин сын. Значит, госпиталь. Надеялся этого избежать. Всегда ищешь путь полегче, да, Хакон? Мне нужна лишь шуфешка. Я сейчас, подожди. Хакон, почему ты ему помогаешь? Помнишь, как мы помогали людям? Я? Конечно. А вот ты вряд ли. Давай, передохни под лампой. И не слушай этого кретина. Че, он один реально пошел в полицию? Я думаю, это явно не лучшее решение проблемы. Мы помогали людям. Конечно, помню, засранец. Окей. Разблокирована безопасная дуна. Убежище Киллиана. Хорошо, отлично. Так, значит, нам нужно... Опять он про таксиста говорит что-то, да? Так, тайник игрока, подождать до утра. Ну что ж, наша главная задача это поспать, соответственно. Поэтому давайте, наверное, сразу ляжем спать на диванчик, так сказать, да? И, возможно, утром наш уважаемый Хакин придет, так сказать, с этим браслетом. И все будет... Опять там сестра снится наша, да? Ну мы хотя бы выяснили, что это реально наша сестра. Глупышка, глупышка. Мне кошмары снятся будут потом после этого. Доброе утро. Ваше такси в госпиталь ожидает. Реально? Что, таксишка подъехала? Очень смешно. У тебя получилось? Почти. Биомаркеры в госпитале ВГМ. Я скоро туда доберусь, но ты тоже мне там нужен. Скажи, куда идти? Встань спиной к двери Киллиана и иди прямо, не сворачивая. Окей, все. Так, тогда наш биомаркер находится в больнице. Новость сюжетное задание «Маркеры чумы». Встреча с Хаканом в больнице. Окей, хорошо, сейчас пойдем. Так, а куда идти получается? Нам куда-то, как я понимаю, вот сюда, да? А что, ну, мы же вроде поспали. Нам, получается, нужно направляться в сторону больницы, чтобы получить этот браслет. Держись, Крыш, да? Это, конечно, это понятно. Не хотелось бы с ними встречаться. Ни в коем случае. Вообще ни в коем случае. Ни с кем не хочется встречаться. Так, давайте без фонарика пойдем. То есть наша главная задача не привлекать внимание вот этих... О, он видит! Он видит! Он видит! Он видит! Он видит! Он видит! Уходим, уходим, уходим! Быстрее, быстрее, быстрее. На 3 месяца раньше. Не очень. Дети есть? Дети? Фига, мы одновременно вопрос задали. А других... Я не знаю. Прости. Печалька. Все в порядке. Так, а мы можем запаркурить жестко вот так вот? Чтобы его дети жили в таком мире. Опа. Опа. Хорошо. Так, а слушайте, а мы уже рядом с больницей оказывается. Больница у нас прям под носом получается здесь была. Так, а что, вниз можем прыгнуть? Ну, погнали, что? Была не была. Ай, хорошо. Ой, так нравится на самом деле прыгать вниз. Ой, смотри, сколько зомби. Смотри, сколько зомби-то, а. Так, нам сюда. Давайте откроем и пройдем внутрь. Нам надо браслет. Мне кажется, после того, как мы получим браслет, мы сможем уже наконец-то играть в кооперативе. Ищи старый автобус. Автобус?
В госпиталь врезался автобус и пробил стену. Ты можешь попасть внутрь через пролом. Ага. Раз туда никто не забрался, там могут быть маркеры. Хорошо, давай, попробуем. Только что-то я боюсь на самом деле в больницу идти, я просто понимаю... Ой, блин, а что это такое? Так, давайте, знаете, что сделаем? Мы давненько с вами не крафтили ни одно лекарство. Давайте реально сейчас крафтим. Прям у нас много ромашек, много меда, да. А лекарств толком нет. Поэтому я думаю, накрафтим сразу наперед. Много-много-много. Потому что сами понимаете, что больница это дело такое. Как бы там зомбаков должно быть очень много. И хп у нас реально очень мало. Так что пусть на будущее будет. Так, ребят, вы стойте там, где стоите. А нам как-то нужно спуститься сюда, да? А как бы это нам так сделать без палева? Ну, вот так вот это и сделаем. Все, по красоте. Так, дверьку открываем, получается, и заходим внутрь. Соответственно, там в больнице сейчас много кого будет. Там в больнице, ой, как много сейчас будет всех. Я отметил безопасный маршрут. Жду тебя там. Безопасный маршрут? Это как? А, вот эти палочки, что ли, раскинул? Ну, давай. Хорошо. Мы прям по маршруту. Блин, он прям так... Сюда. Где? А, наверху, что ли? Сейчас заберемся. Я получила несколько таких подмедисследований. Когда настал этот пиздец, они набрали добровольцев для опытов. Платили им кучу денег. И что в результате? Куча дерьма. Еще немного. Ну давай, давай, я за тобой бегу. У нас мало времени, не отходи. Чего мало времени? А, ночью-то, смотри, ночью-то они все выходят из убежища, зомби, да? Потому что они ночью могут спокойно перемещаться. Дверь заперта. Поэтому мы можем как раз скиллатить по таким местам. Что, может помочь там, это, ну, дверьку там шубанутая, сказать, выбить, не? Давай поговорим. Умеешь открывать замки? Ну, можно попробовать. Ключом. Можно попробовать. А если у тебя нет ключа? Хакон, я прошел 1000 километров. Думаешь, меня остановит дверь? Ладно, просто спросил. Тоже верно тогда. Вот, здесь все нужные инструменты, маэстро. Хорошо, да давай искать. Металл. Так, маркеры чумы. Используйте Q. Так, давай смотреть. Отмычку получается, да? Значит, у нас открылся новый чертеж. Замечательно, давайте искать. Значит, отмычки из чего делаются-то у нас? Так металлолом только. Вообще имба. Так, маркеры чумы. Используйте отмычки, чтобы взламывать двери и контейнеры. Отмычки можно легко изготовить из металлолома, так что не забудьте заплатить их впрок. А чтобы взломать замок, необходимо найти правильное расположение верхней отмычки и перемешать ее с помощью мыши. Ага, так, чтобы... Так, ну все, в принципе, понятно. Давайте попробуем взломать нашу первую дверь, так сказать, да? Ну, просто ради интереса. Вот в этом направлении. Хорошо. С первого раза. Ты смотри, какой я взломщик, а? Ты не врал. Свое дело знаешь. Ну, естественно, да, конечно. Ты чего? Мне пришлось этому научиться. Ну, как и у нас всех, в принципе, я думаю. Так, задача обновлена. Ну, бежим, получается, за Хаконом. Он нам должен нахакерить наш браслет, так сказать. Что за черт? Ну только не говори, братан, что у тебя снова проблемы-то. Пожалуйста, давай вот без этого. Ты вот не очень вовремя, понимаешь сам, да? Ух, нифига, паркур какой пошел, ты посмотри, а. А ну-ка, вот сюда. Отлично. Да я понимаю, что выносливость на нуле. Эх, еще и ждать, пока она восстановится. Так, тебе что-то есть, валяется? Опа, на мусорка. А ну-ка, что там? А ну-ка, смолу подбираем. По-любому пригодится потом когда-нибудь. По-любому. Так, давай сюда запрыгиваем. И вот туда погнали. Ай, хорошо. Ай, молодец, Эйден, молодец. Так, давай сюда запрыгнем. Вот сюда запрыгнем. Потом вот сюда. Ай, хорошо. Помочь? Поможешь? Конечно, помогу. Конечно, брат. Так. Ну что такое? Реально не получается, что ли? И как по-другому? Сюда. Ой, как мне не нравится это место, ребята. Как мне оно не нравится-то? Темная зона, не шуми. Какая темная зона? Продвигайтесь вглубь больницы. Да ты что, гонишь, что ли, а? Да не, это издевательство какое-то. Да ты прикалываешься, реально. Да тут по-любому зомбаков, ты представляешь, сколько-то, а? Воспоминания нахлынули, походу. Вот эти вот детские воспоминания, которые... Эйди, давай! Эйден, Шмейден! Эйди! Неужели это то же самое место? Мия? Эйди, где ты? Это плохая идея, Мия. С хорошей было бы не так весело. Что ты делаешь? Только не на стене.
Хватит болтать, дай мне руку. Нет, это другое место. Эйден, все в порядке? Да. Точно? Поговори со мной. У меня кружится голова, это больница, я бывал в подобном месте. Это больница. Я уже был раньше в похожей. На объекте ВГМ? Их в городе несколько. Я кое-что вспоминаю. Я ищу свою сестру, Мию. Был такой человек по имени Вальц. Не знаю, в голове все перемешалось. Ты подавляешь воспоминания, как и я о своей третьей жизни. Еще и эта инфекция. Не унывай. Мы найдем маркер и все выясним. Идем. Все-таки это другая больница, да? Это не та больница, в которой мы были, потому что здесь нету отпечатков, соответственно, наших рук. Так, ладно, куда побежал без меня? Ты погоди, стоять! Куда ты, смотри, побежал-то, а? Следуйте за Хаканом. Так я и бегу за ним, а что он так далеко-то побежал? Ты чего, брат? Ты куда так далеко-то? Ты чего? Слишком И как ты предлагаешь нам пройти мимо этого? Спящие красавицы. Нужно пройти мимо них. Если пригнешься и пойдешь медленно, они тебя не заметят. Реально сработает! Подойдешь близко, и тебе конец. Ты это наверняка знаешь. Да, знаю. Ну, спасибо в любом случае, что напомнил. Потому что я-то не знаю. Они знают, я-то не знаю. Вот чувствую, плохим это все закончится. Хорошим тут не попахивает ничем вообще. Сейчас что-нибудь наступит, уронит или я. Чувство спящих кусак притуплены. Обходите их стороной, получается, да? Ну, давай попробуем. Мы тихенько. Мы так, ребят, мимо вас. Аккуратненько, то есть. Ух ты ж, ничего себе, он прям здесь, ты смотри-то, а. Ой, мама, страшно-то как, а. Да уж, ребят, место, конечно, максимально жутко. Это что такое? Что это? Химикаты. Мерзкая штука. Когда вирус вышел из-под контроля, ВГМ начала поливать город этим дерьмом. Кошмар вообще! Круто помогло, да? Ужас! Просто ужас одним словом! Что это такое вообще, а? Что за химикаты такие? Кошмары, просто... Сколько же там всего-то, а? Намешали-то. Так, ну давай, это, я за тобой иду прям. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Без привлечения внимания. Тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Тихо, звуки лишние не издаем. Я надеюсь. Там что, не спалили, кстати, слышишь? Реально? Слушай, ты мне говорил об этом, как его там, Вальц? Да. Да. Почему ты его вспомнил? Потому что я помню, как он проводил какие-то эксперименты. Не только он их проводил. Было несколько таких городов, как Велидор, полностью отрезанных от остального мира. Многие работали над вакциной, Эйден. Но... В мире слишком много мудаков. Все, мы пришли наконец-то. Отлично. Че, мы прям туда пойдем? Уверен? Так, а нам помочь ему не надо. А как он это делает? Там снизу не получилось, а здесь получилось. Ладно. И че, прям вниз? Куда? Нифига себе, это че мы с такой высоты сейчас прыгать будем? Осторожно. Он шатается. А нету вероятности такой, что если мы сейчас приземлимся туда, он упадет. Давай. Ну давай, сейчас прыгнем. Ой, бедные ножки. Тихо, 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 спокойно. Спокойно. Нет. Да беги быстрее, не думай, быстрее беги. Тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Поймай меня, пожалуйста. Поймай меня, пожалуйста. Ай, блин. Ну, поторопиться, потому что надо было, я же говорил. Я же говорил, что быстрее надо было все это делать. Ну и куда ж ты, а? Ну все, все зомбаки проснулись. Все, все, мы нарушили их тихий час. Мы нарушили их тихий час. Все, всех разбудили. Да живой-то я, только мы сейчас живыми не будем, понимаешь сам? Кошмар какой-то, а? Можешь забраться? Да я, наверное, это смогу. Секунду. Поторопись. У нас нет времени. Ну давай, я вот пытаюсь.
Так, и чё, и как там забраться-то, погоди? Ага, вижу. Сейчас заберу, секундочку. Так, нам вот теперь вот сюда. Тихо, тихо, да куда ж ты? Так, а что нам делать с выносливостью? Выносливость-то? У меня идея. Какая? Помнишь коктейль, которым я тебя угостил? Да. Ингибиторы. Точно. Ты упал на первый этаж. Там внизу есть склад ВГМ. Ищи бело-зеленые ящики. Да ну нет. Там должны быть ингибиторы. Ты что, прикалываешься, что ли, а? Одну дозу, силы вернутся. Да ты что, дядя? Ключ доступа ВГМ. Ваш ключ доступа ВГМ — это высокотехнологичное шифровальное устройство, которое открывает двери и сундуки с логотипом ВГМ. Ключ также позволяет вытаскивать и спрятать контейнеры из ингибатора. Все, понятно. То есть вся ключ ВГМ активирует, если вы найдете контейнер с ингибатором, отражает. Ну все, я все понял, в принципе, понятно. То есть нам нужно искать вот такие вот сундучки, и там будет как раз таки то самое противодействие, так сказать, да? Что нам куда? Сюда, что ли? Давай попробуем открыть. Только что-то не особо хочется идти туда, честно говоря. Вот прям нету никакого желания. Тихо, 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 тихо. Летун. Не шевелись, ты с ним не справишься. Я знаю, видел ублюдков. Так это ж он там нас и укусил. Он идет сюда. Не заходи, пожалуйста. Пожалуйста, не заходи, пожалуйста. Тихо, 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 тихо. Здесь никого нет, здесь никого нет. Здесь нету никого. Кошмар вообще какой! И нам реально вот, вот на этот этаж надо! По-другому никак, других вариантов вообще никаких! Он ушел. Кошмар какой! Ну давай, сейчас. Как будто у меня есть другой выход-то, а? Так, здесь открывается, заперто изнутри, а через окошко... Так вот этот сундук, который нам нужен, нет? Блин. Чё делать-то в этой ситуации-то, а? Так, давайте обыщем. А ну-ка, металлоломчик. Опа, кассовый аппарат. Электрические детали. Здесь у нас что-то есть? Электрические детали. Ой, блин. Тихо, тихо, тихо. Ребята. Ребята, 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 ребята. Так, ребят, я знаю, что у вас тихий час. Я никому не мешаю. Соответственно, спите там, отдыхайте себе, да? Я никому не мешаю. Ё-моё, это вот реально через них надо всех пройти. Вы что, с ума сошли? Я же не подписывался на такое вообще ни капельки, да? Так, вот этот меня чуть не спалил, получается, да? Ой, кошмар какой, а. Ай, какой кошмар-то. Так, нам в любом случае надо искать ящик. Белый, зеленый ящик. Какой-то, который, мне кажется, располагается именно там. Ну давай, речь-то, иди. Ну что ты там встал-то, а? Так, а что тут? Опа. Опа, забираем. Так, ладно, давайте смотреть дальше. Что-то тут можно обыскать. Какие-то таблетки нашли. Так, а куда идти-то вообще? Блин, быстрее сюда, 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 сюда. Эйден, поторопись. Да я стараюсь. Он найдет тебя, ты должен. Да я понимаю. Блин, он прям рядом где-то ходит. Так, быстрее торопиться, быстрее, быстрее, быстрее торопиться. Так, дверьку открывай, пожалуйста, быстрее, пожалуйста, откройся. Нет, 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 нет. Что делать? Что делать? Да выбивай ты уже эту дверь. Ну только не сейчас, только не воспоминания. Съедим все мороженое, что от нас прячут. Я боюсь, Мия. И я тоже, и я младше. Не трусь, Эйди. Вдруг доктор увидит нас. Не увидит. И вообще, пусть сначала нас поймает. Идем. Не отставай. И что, мы реально сейчас в дверь пройдем? Вору! Ой-ой-ой. А сколько внимания-то привлекли сейчас по-любому вот этим вот звуком-то, а? Все нормально? Не трусь, Эйди. Дверьку закроем на всякий случай. Так, здесь кто-то валяется живой? Нету вроде никого. Значит, можно все обыскать. Так, пигмент какие-то нашли. Что это такое? Че? А вот, ну. Опа. Окислители какие-то, хорошо. Так, вот тут еще сумочку можно залутать. Конечно, конечно, ребят, ну не проходим мимо всего этого. Пигмент какие-то нашли. А ну-ка, автомат. Автомат с кукаколой. Ага, монеточку подобрали. Еще монеточку подобрали. Так, что-то еще интересное имеется. Хорошо, сумочка. А ну-ка, что в сумочке? Мыло. Мыло подобираем, конечно. Потом мыться будем в душе обязательно. Алкоголь тоже подобрали. Так, ну нам нужно вот этот сундук, получается, да? Вот этот вот ящик. Давай открывать, давай смотреть. Ага, так, и что это такое? Так, мыло возьмем, смолу возьмем. Ага, камуфляжные бриши возьмем, хорошо. Так, и это тоже возьмем.
Так, ингибиторы. Ингибитор – единственный способ восстановить выносливость и здоровье. Также они позволяют получить доступ к некоторым из ваших навыков. Для каждого улучшения необходимо 3 ингибитора. Если вы их найдете, перейдите в меню навыка и усильте свои характеристики. Ингибиторы можно найти в ящиках ВГМ, ВГМ, которые спрятаны в изоляторах ВГМ, ВГМ аномалиях. Также ящики с ингибиторами можно найти, тщательно исследуя место. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, нажмите Y, чтобы открыть меню навыков, да? Соответственно, мы можем снова что-то прокачать. Ну, давайте вот выносливость как раз-таки сейчас с вами и прокачаем. Отлично, замечательно. И вкалываем. Блин, мы... Куда мы это? Вколол ингибитор. Прекрасно. Возвращайся к лифту. Все, силы-то восстановились? Силы-то вернулись-то нам, а? Давай, нам уже браслет надо забрать это. Так, что-то еще тут есть? Опа. А ну-ка, что-то тут должно быть. Так, тряпочки. Ага. Таблеточки какие-то. Мыло. Так, нам сюда, как я понимаю, да? Ну, давай. Ножку от стола. Хорошо. Так, здесь никого? А, ну все, мы можем вернуться. Хорошо-то как, а? Так, и что, куда? Где? Как вот. А где он? А где Хакон? Не, ну он не должен был нас... Так, что такое, я не понимаю. Куда нам? Вот, давай быстрее, допрыгни, допрыгни. Ай, молодец, ай, умничка. Хакон. Хакон, ты где? Я нашел маркеры. Давай, давай, я прям рядышком, ты я прям здесь. Давай. Че, помочь, можешь замать? Ты пропадала, как ты себя чувствуешь? Зараженным, но бодрым. А, это здорово. Все, получилось? В смысле? Об этом. От имени всех шлюх, бандитов и придурков нарекаю тебя гражданином Велидора. Блять, что? Ты сейчас превратишься. Что происходит? На свет. Что происходит? Беги. Куда на свет бежать? Что происходит вообще? Это что такое? У вас низкий уровень иммунитета. Найдите ультрафиолетовый свет срочно! Да быстрее, давай! Ой, блин! Нет, быстрее! 25 секунд! 25 секунд! Быстрее, быстрее, быстрее! Сюда! Сюда! Беги! Беги вперед навстречу солнцу! Давай! Быстрее! Быстрее! Все! Хорошо! Нет! Стой! Помогите! Солнце, спаси нас! Я же говорил, что это очень шустрые твари! Офигеть, вообще, что было-то? Не-н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 е! Тихо-тихо, спокойно! Че, на свет тяжело выйти не можешь, да, лошара такая-то, а? Не получилось, да? Ну вот иди домой себе, братья. Давай-давай. Пронесло. Я думал... Что бы ты без меня делал, пилигрим? Я не хотел быть пилигримом. Просто так вышло. Я бродил по свету по другой причине. Я искал сестру. А что потом? Потом... Что будешь делать, когда найдешь сестру? Даже не знаю, пока не знаю. Мы где-нибудь поселимся. Не, пока не знаю. Я еще не думал. Странно. Еще будет время, когда я найду ее. Когда найдешь ее. Ну, а у меня есть конкретный план. Ты похож на человека с конкретным планом. Рассказывай, я поделись. Я хотел жить у океана. Неплохо. Наверное, там бы все было проще. Всегда хотел научиться серфингу. Ты что, нашел кучу старых открыток? Не смейся над моими мечтами. Знаю одно, из города нужно выбираться. Он меня убивает. Прямо изнутри. Ты поможешь мне? Конечно, брат, помогу! Ты помог мне, я помогу тебе! Мы оба зараженные, и люди не хотят жить рядом с пилигримами. Нахер людей, я тебе помогу с ними. А ты поможешь мне выжить в пути? Ты знаешь дороги, умеешь выживать в пустошах. Что скажешь? Мы прикроем друг друга. Как тебе план? План хороший, я считаю. Я ему с удовольствием помогу. Договорились. Ну ладно, так и поступим. Прекрасно. По рукам. Дело сделано. Ты не пожалеешь, Эйден, обещаю. Насчет твоей цели. Вот как обстоят дела. После убийства командира миротворцев они перекрыли дорогу в центр. Пытаются помешать сбежать убийце. Чтобы попасть в рыбий глаз, надо их перехитрить. Но я знаю, когда они меняют часовых, это наш шанс.
Нужно собрать вещи для перехода. Сделаем. Хорошо, соберем. Я прикину наши шансы. Давай. А пока осмотрись. Передохни. Хорошо. Пойдем, покажу кое-что. Слушайте, я, честно говоря, думал, как только он надел на нас браслет, я думал, что сейчас он сделает какое-то, не знаю, предаст нас каким-то образом. Просто там такая странная речь была. Я реально вот испугался на секундочку, а потом прям вообще столько всего неожиданного-то произошло. Так, меня интересует больше всего, доступен ли мне онлайн или нет. Потому что я не знаю, сколько нужно играть, чтобы, блин, онлайн-то этот запустить. Ладно, погнали с этим чуваком. Я не знаю, насколько у нас получается уже сегодняшняя серия, ребят, но я боюсь, я переживаю, что очень длинно. Держи, я такое ощущение, что уже часа два, наверное, так играю. Старый Велидор, здесь много интересных мест. Ну все, новый инструмент, ночного бегуна бинокль. Ага, посмотрите в бинокль, чтобы найти ветрогенератор. А как это сделать? А, бинокль позволяет вам обнаруживать новые места, нажмите вы, воспользоваться внимательно. Ага, все понятно, все хорошо. Так, давайте, значит, глянем. Вот у нас этот ветродуй. В городе есть доски с объявлениями о пропавших людях. Одна из них рядом с церковью. Может, ты найдешь там что-нибудь о своей сестре? Угу. Спасибо, спасибо а большое. Нет, просто радуйся жизни. Конец света ведь уже наступил. Тоже верно. Может быть хуже. Тоже верно. Я с тобой, когда все улажу. Давай, давай, на связи. Спасибо, спасибо, спасибо. Слушайте, ну вот теперь, я думаю, что у нас... Да, все, теперь нам наступен открытый мир. Нажмите им, чтобы открыть. Все, давай глядеть, давай смотреть. Все, я вижу. Все, вам доступна карта. Все, отлично, замечательно. То есть, вот такая вот у нас огромная... Ема, это у нас такая огромная карта. Ой, кошмар, ребята, это ж сколько нам изучать-то всего это придется-то, а? Я в шоке. То есть это у нас несколько городов сразу получается, да? Или какие-то районы. Судя по всему, районы, да. Мне кажется, что это районы. Кошмар. Просто какой-то кошмар. Так, и получается теперь, как я понимаю, нам доступен онлайн-режим. Добро пожаловать в Велидор. Теперь вам доступен весь Велидор. Ваша первая цель — добраться до штаба выживших базара. Там вы можете найти торговца, место для отдыха и свой тайник. Используйте бинокль и следуйте карту, чтобы обнаружить естественные места, интересные места, например, ветряки, которые дают доступ к безопасным зонам. В городе полно мест, и они ждут, пока вы их откроете. Исследуя мир, не забывайте о компасе. На нем отображаются события. Они дают вам возможность помочь некоторым жителям Валидора на обмен очки опыта и различные награды. Понятно? Спасибо, спасибо. Ну что, друзья, я думаю, что вот теперь точно. Да! Все, вот теперь нам точно доступен онлайн, поэтому в следующей серии у нас уже будет кооператив. За что обязательно нужно поставить лайк. Ну что ж, я думаю, что на этом моменте можно заканчивать нашу сегодняшнюю серию. Я боюсь, потому что она получилась супер-мега долго. Но, ребят, я уверен, вам это понравится. Поэтому за это нужно определенно поставить лайк. И, конечно же, подписаться на канал, чтобы не пропустить следующую серию. Ну а на этом сегодня все. С вами сегодня был, как всегда, Олег Кофе. Огромное спасибо за просмотр. Это была игрушка Dying Light 2. Всем до скорой встречи, друзья, и всем пока-пока!